Прямо у них под носом. Это смешно. Скажи мне, Шон, какой он вкус твоей первой мести? Лучше, чем виски. Хотя нет. Как насчет парочку новых собутыльников? Ты о ком? Немцы держат неподалеку пленных. Ветеранов иностранного легиона. Опасные ребята. Их лидер некто Краше. Завоюем его доверие, остальные последуют за нами. Хочешь, чтобы я организовал им побег, а ты смог бы их взять под свое крылышко? Это будет проблемой. Я привык выбираться оттуда. Пробраться туда будет расплюнуть. Завтра я очищу эту старую кровь. Завид, да? Эта машина кого-то сбила. Пленников хорошо охраняют. Возможно, лучше всего будет подойти тихо.
Похоже, вам нехорошо. Докладывайте о любой антиправительственной деятельности в ближайшее политическое бюро. Если остаться, это вызовет подозрение. A remporté une bataille décisive en Afrique du Nord. La guerre devrait donc prendre fin rapidement. Ты еще кто, черт возьми? Я ваш билет на свободу. Пошли. Надо освободить моих людей. Сюда!
Пора сваливать, ребята. Выходите, живей, живей, живей! Мне там не по себе было. Такие дни расплата за страх. Убейте их! Там! Элли тут! Ихан!
haben uns eingekesselt! Оружие? Месье. Скажу Льюису, что все сделано. Отлично сработано, друг мой. Сопротивление набирает силу с каждым днем. Наши патриоты полны желания сражаться и готовы дать отпор нацистам. Да здравствует Франция! Это здорово, но когда в нас полетят пули, нужно будет что-то посильнее слоганов. Наши люди готовы сражаться по вашей команде. С сегодняшнего дня они придут по первому твоему зову. Прямо у них под носом. Это смешно.